В этом году более 350 госслужащих Алматинской области привлечены к ответственности за коррупционные преступления. Это почти на треть больше по сравнению с показателями прошлого года. Наиболее коррумпированные структуры – акиматы и органы внутренних дел. Проблемы со взяточничеством обсудили на встрече заместителя председателя агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции с чиновниками области. Спикеры рассказали о новых превентивных механизмах в борьбе с этим явлением, поскольку наша страна занимает 123 место в мире по индексу восприятия коррупции. Есть структуры, в которых по 10 и более совершенных коррупционных правонарушений никакой реакции. Я считаю, что их надо рассмотреть и на Совете по этике, и в последующем, я думаю, не сразу какие-то решения кардинальные принимать, но при повторности, как говорится, совершения в их коллективах, наверное, уже тогда надо ставить вопрос об ответственности более серьезно.